Паскарэнне мытных операций и, як след, скорочение часу для проходжання мяжи. У рамках программы трансграничного супрацовництва Польша, Беларусь, Украина реализуются две инициативы международной технической допомоги. У приватности, у пунктах пропуску Брузги и Бераставица. Як плануются работы по одним из проектов, будут завершены уже на проконце этого года. В 2020 году мы улучшим операцию управления границей в автодорожных пунктах пропуска Брузги и Берестовица. Значит, часть оборудования уже закуплена, приобретены компьютеры, ноутбуки, множительная техника, иное специальное оборудование. Вот разработан проект, есть сметная документация, которая прошла соответствующую экспертизу. Вот, и практически мы уже готовы к исполнению данного проекта. Нюансы реализации проекта были обмеркованы на встрече представников белорусского и польского боков. Дарэчы, у центра уваги трапила и программа, якая тычится будаўніцтва рентгеносканируючей системы контролю транспортных сродков у автодорожном пункте пропуску Бераставица. По заявлению экспертов, сучасная методика дозволит значно скоротить час прохождения мытного контролю и посприяє повышению пропускной здольности. Так, новому инспекционно-наглядному комплексу потребны 10 хвилин замест нескольких годин. Разом с тем, отмечают эксперты, технологии позволят повысить эффективность огляду. С початку года с применением инспекционно-наглядного комплекса Гродинской региональной мытни было выявлено больше 1500 правопорушений. До слова, реализация даденных трансграничных проектов различена на 2020-2021 годы. Продугледженное финансование работ в рамках инициатив, которые тычатся пункту пропуску Брузги и Бераставица, 5 миллионов евро. Мы взаимодействуем уже не первый год в рамках супрацовництва Польша, Беларусь, Украина и разом реализуем 5 проектов. Эта черговая встреча у листопаде отбылась подобная на польском боку. И мы рады, что проекты реализуются, бо яны тычатся пограничной службы, мытных процедур, поменьшения чергов. Это все складанные процессы, которые потребуют великих намаганий.